Всем привет. Мы в GTA 5. Мы Франклин. И у нас на повестке дня добыча пожарной машины. Мы видели одну точно в аэропорту. Я не знаю, она там на постоянку или нет. Ну, куда-то нам... Мы заехали. В общем, где-то вот тут что-то горело. Мотоцикл, к сожалению, огромному у нас уперли с рожками. Поэтому возьмем всю тарахтелку. Я просто не знаю, где находится... Ох ты, гад! Красиво мы объехали. Пожарное депо где находится. Хотя, может быть, если понажимать по карте, то, может быть, и нашли бы. Ух ты, там что-то мелькнуло, но мы слишком быстро проехали. Нет! Я уже понял, что не помещаюсь. И километр далековато сейчас, может. Из депо-то оно... поинтереснее. Хотя это аэропорт. В аэропорту всегда должна быть своя машина. Так что в аэропорт не зря едем в любом случае. И мы, кстати, этот мотоцикл не тюнили. Плохо, что они нас узнают, у нас работа опасная. А это что такое? А, кассатор. Мы уже так мелко давно не плаваем. Да я тебя вижу, не боюсь. Да ладно, несколько дюймов. Вот П, как у дочки Майкла. Мини-купер пришлётный. Ай-яй-яй, второй этаж. В аэропорту должна быть своя дежурная машина. Ой, блин, это же этот идиот. А вот наш мистер консервативный. Чувак, мы что тут делаем?
Ничего пока. Теперь можно кое-что. Я хочу сделать кое-что, что поможет мне клеить девочек в интернете. Давай на секундочку притворимся, что не слюнтяй. И вперед, как сказал бы моя уборщица. Vamos a la playa. Извини, я не расист. У меня есть даже друг, не есть негр. Я это в образном смысле хотел сказать. Снова Валентина, да пошел ты нахер. За грузовой самолет? Видишь, половина работы сегодня работает на доминатора. Я переводчик не взял с собой, с мудак сказал. О чем ты говоришь? Мы прыгнем с самолетом наверху, верхом на квадроцикле. Я чего буду делать? Чувак, я, по-моему, еще более сумасшедший, чем ты. Как только мы берем экстремальную высоту, сыграем в камикадзе, все будет зашибись. Можно? Понял вопрос. Hell no, man. Shit, I don't want you to be the last person I touch. Чувак, ты хочешь сказать, что ты будешь последним, кому я прикоснусь перед смертью? Парашют, есть квадроцикл, есть большие яйца, звенят. Все идет по плану. Переворот лягушки, я его не вижу, хочу на него посмотреть, он все это делает. А я просто пока кручусь на мотоцикле. Что за фигня? До земли еще было ого-го сколько. Туда. А нет, извините, близко приближается. Я на сигнал нажимал, наверное, нужно было что-то другое нажимать, чтобы парашют открыть. В прошлый раз горело Е, по-моему. Я бросил странный байк, слишком тут круто для меня. Yeah, I can see you being a real hit with the ladies, homie. Dude, you have no idea. You should see me online, like flies on a turd, bro. Man, you said it, not me. Еще шкивает немного. Это лагерь, мы, по-моему, его разносили Тревором. Оба-на. Ух ты, дяденька, у вас часы и под водой ходят. You feel that? Чувствуешь? Like, молния. Баба, по всему телу, ты жив. You know я знаю, feels. Какого тебя сейчас. Man, I know how it feels to ride an ATV out of a damn airplane. Что это за чувство? Man, how much that shit cost you per на мотоцикле.
That's из самолета. Relative, bro. Все относительно, чувак. Сколько времени ушло на то, чтобы заработать деньги? А теперь пройдитесь среди этих дебилов, я буду на крыше здания Maze Bank с высшими существами. Доминатор отключается. Дюримар. Хроаты, 7 из 8. Кирующий бомбардировщик. Ладно, спасибо, что хоть квадроцикл оставил, но... Чем мы гремим? Тут все равно никому не нужно. А мы на этом гоняли. Он слабенький. Идти, молотить. Миновать его никак нельзя было. Мужики, вам квадроцикл во враге оставил. Восемь километров. Ну может что-нибудь путевое даст. Его не поставишь, тяжелый. Фига себе тут. Ушлые какие ездюки. Hey, what the hell is that? А что такое? А мы знаем, что это. Eat shit pigs! We ain't going down for this! Are you crazy? You're dead, asshole! Здесь вопрос, колеса не нам оставили или нет? Если нет, не оставили. Я это вижу по поведению, причем вообще ни одного, по-моему. И, по-моему, еще одно лопнуло только что. Поезд обещала быть такой хорошей. Минус два колеса. Надо, наверное, в любой магазин зайти, выйти, и машина починится. Ого. Would you come on? Damn. Даже заводку сделали такую затрудненную. О-о-о. До ближайшего магазина. Ему сильно круто будет. Куда же вернуться? Вернем колеса и доедем. Эту машину Тревор добыл, но у нас угнали ее из гаража, так же как и мотоцикл с рожками. Давник выкарабкался на крышу Maze Bank по стене, обогатился духовно. Лети сюда, поможешь подготовиться к прыжку. Километр-то я смогу проехать. Верно. Дорога появилась. Кури бегают. Куры. Часы, что не за часы?
Крайтым пижоном потихоньку становится. Я не понял, там же не было спуска вниз. А, вот он. Должно отремонтироваться посещением магазина. А это еще что такое? Чувак, стой! Can I get a ride, bro? Подвезешь меня, бро? Судя по всему, он с тюрьмы сбежал. Вылезай из машины и вышли мозги. Теперь это мое. Что-то какая-то невезучая машина. Почему он не взял пистолет у меня три раза? Да, крендель с тюрьмы сбежал. На нашей машине. А, он в обвязке так и бежит. Найдите способ добыть пожарную машину. Я этим и занимаюсь уже минут 15, наверное. Тут такие дикие нравы в деревне. А ну стой! Ага, сейчас. На тракторе я того не догоню, чудика. И на этом тоже. А вот это хороший кандидат. Машину заправил, надеюсь. Вертолет какой-то опять приобрели. И ругайтесь, тут такие деревенские. Но за минут 5 тот уже укатил довольно далеко. Поэтому едем-ка мы. А это? Это не наша. Все-таки в аэропорт. В деревне не найдешь. 80 км в час. Воу-воу. Зеркала, смотри. Ага, это хорошие уже пошли машины. Город близко. Нам попутно бы надо. Hey, you just turned this into a bucket. Чувак, ты мне только что машину поцарапал. Эй, кто такой? Делай чуть. Быстрее пойду.
Она так газует, что у него аж голову запрокидывает, и я не вижу дороги. Бывает в повороте, куда ехать. Вот 110 секунд за 15 это мотоцикл. Спишь за рулем. Торопимся, мы и так непредвиденно задержались. Чемоданы одни кругом. Это мы в порт свернули. Заколдованное место, с которого выезда нет. А что такое происходит? Это не по нашу душу. Таксисты какого-то присутствуют. Горит. Не могу поверить в эту хуйню, что произошло. Таксисты, чё? Вот я сюда почему-то не попал, а кто-то в другое место попал. That's dumb luck right there. На пожарке мы не сможем это проверить. Ух ты! Деревянные кусты. Извини, чувак. И все, минус машина, мы уже не можем. Я хотел разогнаться, прыгнуть на трамплине. Пожарка. Посмотрим, они вообще тут есть. Кто и гач. А вот здесь горела цистерна. Слушайте, гач. А пожарки-то у вас где? Маленький тягач. Значит, там горело только для того случая, когда мы Майклом сюда приехали. Ваша лошапиди меня не интересует. Меня интересовала пожарная машина. Колесо. Move your ass! Let's do this, motherfuckers!
самолете бы отсюда улететь. На маленьком хотя бы. И двери, наверное, они тут позакрывали. Кстати, неплохая машина. Нет! Хотел выключить сирену. Вторую серию подряд выхожу из машины на ходу. А где она? Бешеные табуретки, главное сейчас вывернуть. Все, уехали. Так, значит, пожарку, по-моему, можно вызвать, он говорил. Мы опять в аэропорту, что ли? Опутите меня. Я полчаса из порта не мог выехать. Нарник на дороге. А это чувствуй. Помогите, этот урод угнал мою машину. Урода вижу. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Don't look like you need this, dog. Не похоже, говорит, что тебе машина была нужна. О, нифига себе, грузовичок. Oh, thank heavens. Хвала небесам. Мне было интересно, чем это закончится. А вот, по-моему, моя машина уже поехала. Не тебе спасибо. Да. Нашу машину уже тиснули. Страшные места. На автобусе мы, конечно, не поедем никуда. Так и бегает карабинами, гремит. Здравствуйте. На светофоре сейчас кого-нибудь высадим. Арена Мейзбанк. Это, кстати, где-то тут стоит. А, это арена, а он где-то на вершине. То есть там, видимо, еще одно здание. Ой, наконец-то тишина и покой.
сюда вызовем пожар. Есть способ добыть пожарную машину. Я этим и занимаюсь. Это как просто позвонить. Просто позвонить. Пожар. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Здравствуйте, это 911. Какую службу хотите вызвать? Пожарную охрану. Thank you. The fire department is on route to your location. Адресу. Ждем. Карьер какой-то. Заедут они сюда? Ага, вон она. Сюда! Здесь пожар. И куда она умчалась. Они поехали. Второй раз они с этого телефона не приедут. Этот гад мой велик украл. Ты что, серьезно? Бери, у меня нет денег на больницу. Ну что ж ты такими делами занимаешься, если таких денег нет? Мы сейчас вернем велосипед и попросим вызвать полицию. Ой, этот пожар. Хорошо, не убили. Машина далеко только осталась. Hey, let's meet up next week. You fucking got it. I'll catch up with you later. Oh, thank fuck you've got it. Thanks, man. Seriously, you saved my ass. Oh, this is fucking awesome. Все нормально, чувак. Инстинкт конфискатора меня не подвел. А это что такое? Пожарная машина, одна штука. Очень надо. А мне кажется, я сейчас не увижу.
машину, которую мы оставили, почему ее на дороге оставили. Там стоит какая-то, она, по-моему, на перекрестке-то стоит. Не наша. Чувак, ты офигел совсем, что ли? Машина не твоя. Фига себе, чужой район. Мадре пудру, я тебя сейчас устрою. Мадре пудру, одним ударом убил. Это животное просто пыталось угнать нашу машину. Видела машину открытую? Жестко с нами. Стрелять не хотелось, хотелось по-мужицки, но... Трое на одного надо было стрелять. Езжайте уже. Этого нельзя выкинуть из машины. Там сядем в такси, скорее всего. В общем, сейчас нужен транспорт. И прямо на центральную улицу вызовем. Чувак, ты вообще меня видишь? У него глаза куда-то сфокусированы. Непонятное место. Ты пьяный. Нельзя пьяным за рулем. Здесь вызовем. Пожар на бензоколонке. Обязательно приедут. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Пожарную охрану хотим вызвать. The fire department are en route to your location. Такое ощущение, что это говно стоит и смотрит на свою машину. И ругается. Ну где, я не слышу. Есть. Вон она. Чувак, это похищение пожарной машины. Нас все-таки застукали. Не вызываем подозрения, стоим на встречной полосе. Даже пригнусь. Одна звездочка быстро пропадет.
Люблю этот город. Все проблемы за 15 секунд решаются. Что-то сделали сегодня по работе. Все, спрятали. Пожарная машина. Без единой царапины. Ну, почти. Лестер. Есть новости. Hey, Lester, man. Пожарная машина стоит за твоим заводом. Good, good. Хорошо, well, that's everything. Все, что нам нужно, у нас есть. Теперь осталось показать кое-что Майку, и тогда можно заняться планом. Горит N. Видимо, всем надо сюда. Да, выберитесь, доберитесь сюда, выбрав Майкла. Может тогда поделить? Потому что я подозреваю, мы пройдем сюда Майкла, и сразу начнется выполнение задания, будет слишком в одну серию напихано разного. Это больше такая какая-то тыкались носом то туда, то сюда. Следующую уже отдельно операцию сделаем. Так что спасибо вам за внимание. Всего вам хорошего, удачи и пока. В следующий раз вызываем Майкла и приезжаем выслушивать соображения Лестера.